Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов Runstart.ru. Сегодня мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм кукла Лол «Пчелка». В нашем интернет-магазине вы найдете несколько вариантов кукла Лол «Пчелок» как для детей, так и для взрослых. Сегодня мы рассмотрим новинку нашего магазина кукла Лол. Вот так вот выглядит в запечатанном виде. В товаре у нас визитка интернет-магазина Runstart.ru. И посмотрим, как выглядит сам костюм. В товаре у нас вот такой вот головной убор с рожками, золотистого цвета шапочка, вот вся переливается. Внутри у нас идет резиночка, по голове регулируется, подкладочка мягенькая, велюровая такая. Вот такой вот объемный головной убор. В комплект у нас входит пояс в цвет головного убора ярко-золотистого цвета. Все у нас здесь переливается. Далее в комплект у нас входят гетры на ножке, такие как гольфики, также в цвет золотистые, блестят все. Они на резиночке тянутся. И в комплект у нас входит платьице. Вот такое вот черно-золотистое платьице. Посмотрите, у нас окантовочка золотистая. Все блестит, переливается. Подъюбник у нас имеется. Атласный черный. Внутри на талии у нас небольшая резиночка, и она тянется. Такие у нас лямочки. И по спинке платьице тоже идет у нас резинка вставлена. То есть вот она хорошо растягивается, чтобы будет очень удобно. Яркий, замечательный костюм, качественный. Даже можно просто использовать как костюм пчелки насекомого, даже не конкретно из мультика. Вот так вот выглядит полностью набор: головной убор, платьице, гетры на ножке и пояс. Если вам понравился данный костюм, заказывайте его на сайте grandstart.ru.